Ее для тех, кто реально переживает за Квазимоду, сейчас покажу. Я не убираю у него специально, чтобы его не напугать. Я уже рассказывала, потому что уборка для него тоже стресс. Сейчас мы тут немножко повыделываемся. Нам надо сначала поесть. Задышал учащенно. Вот он пытается уже брать сам, но пока еще промахивается. Видите, дышит учащенно, если на горло посмотреть. Ну, хотя бы инстинкты-то включились, видите? То есть прогресс налицо. Да, и какахи тоже вот у нас тут налицо, как и прогресс. Так что вот, вот галочку можно поставить. Да, мы кушаем. Ну, еще тут кусок шкурки надо будет отмочить, снять после линьки. Угу. Сейчас еще буду таракана показывать. Ушло очень много времени для такого, так сказать, достижения. Сейчас он тут круги решил понаматывать. Ну-ка, давай. Гляди. Еда. Вот, видели? Вот это прогресс уже налицо. Да, кривой, да, страшный, да. Перекосоебенный, пардон. Ну, там он горбяка такой, что мама не горюй, вон все это видно. Но мы уже кушаем сами. Так что это уже ого-го. Ай-яй-яй. Это супер. Сейчас еще третьего предложу. А это очень долгий был путь к моменту, когда он начал сам кушать. Но тем радостнее это событие. Да, вот он учащенно дышит. То есть он уже рефлексы свои включает. Он осознает, что это еда. Кто не в курсе, малыш инвалидик и раскорм был насильным кормлением, да, больше чем полтора месяца. Так что вот сейчас ему третьего предлагаю. Засомневался, наверное, сильно притрусило кальцием, запах поменялся, и все, таракан резко стал несъедобным. Да такой же точно. Давай, ну, 2-3 таракана съедает, уже хорошо. Если впихивается, так сказать, 3, тогда можно через день, через два покормить. Если одного-два съел, тогда через, ну, день, так сказать, или на следующий. Точнее, ночью, это по ночам кормлю. Видели? Сейчас лиськнул. То есть он начал уже обнюхивать пространство. Лись сделал таракану. Опа, опа, увидел, увидел. Сейчас прицел, подождите. Вот эти вот у него движения начинаются перед едой. Все, ой, в глаз таракан попал. Давай, давай, таракан, да. То есть хотя бы уже ближе к теме. Хотя бы я от него... Вот прицелы опять пошли. Вот видите, вот он учащенно дышит, пытается понять, где таракан. Оп, видели? То есть уже это реальный прогресс. Так что вот, пока третьего дам больше не буду. Сейчас мы будем вот это снимать с него. Поубираю срачельню, да, и оставлю ребенка в покое. Так что вот мы уже кушаем. Кто реально переживал, можете поздравить малыша с таким достижением. Супер! Отправила обратно на термоковрик товарища. Ну вот, собственно, вот этот черный, это термоковрик. А вот это светлое, это влажная салфеточка. Он сейчас там лиськает, пытается, наверное, с нее воду пить. Ну, блин, сквозь крышку это так не покажешь. Там вот язычок у него работает. Вон, видно, да, я думаю? Хотя поилка у него стоит. То есть, собственно, воду он тоже анализирует. Понимает, что это влажно, это вода. Поэтому я делаю очень влажную ему салфетку, раз он с нее пытается пить. Хотя вон она там, поилочка с водой, там все нормально. Ну вот отсюда, наверное, вкуснее. Ну вот так вот мы лакаем.